Приветствуем всех трейдеров, и в данном видео мы рассмотрим такую тему, как верификация торгового счета брокера Quotex. Прежде чем проходить верификацию, необходимо открыть новый торговый счет. Подробно узнать о том, как это сделать, можно из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. После того, как вы зарегистрировали новый торговый счет, необходимо войти на платформу, после чего перейти в свой профиль. Чтобы успешно пройти верификацию брокера Quotex, прежде всего необходимо заполнить информацию о себе. Для этого необходимо ввести свое имя, фамилию, дату рождения, а также указать страну и адрес проживания. Также стоит подтвердить и свою электронную почту, для чего необходимо будет пройти по ссылке из письма от брокера Quotex. Также важно отметить, что все ваши персональные данные должны быть корректными, так как если будут расхождения после отправки ваших документов, то вы не сможете пройти верификацию. А в некоторых случаях ваш аккаунт могут и вовсе заблокировать. Если вы пополнили счет перед тем, как пройти верификацию, то очень важно пройти ее правильно, чтобы не потерять свои средства. Как только все данные в меню слева будут заполнены, можно приступить к загрузке документов. Чтобы загрузить документы, необходимо нажать на данную область, после чего в открывшемся окне выбрать нужный файл. Если же вы планируете загрузить несколько файлов, то точно таким же образом добавляйте следующие. Если после отправки документа вы заметите, что сделали ошибку в своих данных, то обязательно обратитесь в службу поддержки, чтобы менеджер брокера Quotex помог исправить вам информацию. Проверка документов может занимать до 5 дней, но, как показывает практика, чаще всего это происходит за один день. В некоторых случаях верификация может пройти и за несколько часов. По итогу, как только верификация будет пройдена, вы увидите такой значок и такую надпись. Также важно знать, что верификация у брокера бинарных опционов Quotex не является обязательной, и вы можете начать торговлю без нее. Но, скорее всего, при выводе средств брокер попросит пройти вас проверку. Поэтому более правильным способом будет пройти верификацию сразу перед пополнением счета, чтобы на момент вывода прибыли у вас не возникло никаких проблем и вы не потеряли свои средства. Так как верификация является одной из мер безопасности, то не забудьте дополнительно подключить двухфакторную авторизацию на вход на платформу, чтобы обезопасить свои персональные данные и свои средства. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!